В центре Абакана тушили мини-пекарню. Пожар произошел во второй половине дня. Цех по производству лепешек располагался в старой котельной около виадука по улице Мира. Сотрудники успели покинуть здание, никто не пострадал, а вот помещения пришли в негодность. Пекарня пользовалась популярностью абаканцев. Сделанную здесь выпечку продавали как в розницу, так и оптом. Причину пожара выясняют дознаватели. Возможно, что контролирующие органы также заинтересуются условиями, в которых пекли хлеб. Предварительная версия несколько рассматривается. Одна из основных – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Также будет учтена и электропроводка, а также действия неустановленных лиц, то есть в рамках неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.